современные информационные системы строятся уже по иным принципам, по принципам горизонтального масштабирования. Рост рынка системы виртуализации в России обусловлен тем, что у нас идет интенсивный процесс импортозамещения, и в принципе мы развиваем старые системы, которые были внедрены там 5, 10, 15 лет назад. Но все, что современное, оно уже построено на принципах микросервисных архитектур, контейнерной виртуализации, программно определяемых сред. Именно эти технологии сейчас и будут основным драйвером роста рынка. И если даже посмотреть, как растет рынок, системы виртуализации растут где-то на 14%, а контейнерная виртуализация, например, на 26% от года к году. Я думаю, что вот этот разрыв между ними будет только увеличиваться. И, конечно, это повлияет и на предложение облачных провайдеров, которые сейчас во многом предлагают или Bare Metal, или инфраструктуру как код, но постепенно они, практически все облачные провайдеры, будут предлагать сервисы более высокого уровня. Также на российском рынке увидим появление гиперскейлеров, они уже формируются. Эти гиперскейлеры будут стараться и стремиться полностью строить свои решения на собственных продуктах от железа до платформ.